Доброго всем времени суток, с вами Тексер Маэстро, бегаем в Вальтеру, Нью-Лендс, вторая Вальтера. И Древний мир. Древний мир. Все, я включил запись. Древний мир. А ты опять куда-то отстал? Нет, я с тобой как раз бегу. За мной лиса бежит. Ты лиса? Ну, я же не могу вторую скорость врубить. У меня же нету... Оу, ПВП-зона, бросок-то, он топором кидается, он охренел. Это кто? А тут в шлеме стоит такой козел. А волк еще, иди отсюда, волк. Дай. О, а, еще один с топором, еще подожди, волк. А здесь, по-моему... Да, тут охраняет. О, вот моя лиса сцепилась. Дверь, кстати, да. Ой, Лиса, отступай. Иди в жопу, придурок. Да просто пробегай мимо них, нормально пробегается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Месторождение олова. Скала. Ой-ой-ой, ох ты ж, сука какая. Добежал? У меня еще и цапнул. Залежи угля. Это интересно. Не, он цапнул меня, прикинь. А меня нет. Расстояние большое, а он все равно цапнул меня. А бегать надо хорошо. Нет, если ты про рогатого, то он бросает топор. Нет, я про... И я нашел уголь. Тут олово есть. Ну, я его выкопнил. Вот. Горное дело 30 надо. Ну, у меня она, не знаю, у меня, наверное, 30 или не 30. Скала. Большая скала, горная скала. А все равно камень получаешь. Ой, камень, уголь получаешь. Так что нормально. Каменная соль я добыл. Да. Я вот не знаю, олово собирать, не собирать. Олово. Вопрос, конечно, интересный. С другой стороны, мы же... Так найти его... Ну, а так-то его до хрена тут? Я, конечно, понимаю, что кто-то очень разбогатеет, если нас грохнет. Очень до хрена. Ну, да я уже много... Все, короче, я буду собирать. Пусть будет. Чё-то я... Эй, в жопу иди, скотина. А ты их на себя не наматывай. Волк, иди в жопу, в жопу. Чё ты на себя наматываешь? Так а потому что я мимо, ты говоришь, пробегай мимо, я и пробегаю. Ну ты оббегай, когда возможно, ланка одеваться некуда. Ну как можем оббежать, если горный там... страж. 40-го уровня, вот мы в наглую сюда вперлись. Как можно оббежать? Я по карте смотрю, на кого бегу, и обхожу. Скажи, по карте. А что ты вниз не хочешь спуститься, вон там? А что там забыл? Лещина. А то нельзя спуститься. Можно вот здесь вот спуститься. А, ну спуститься вот. И... А что, ну хорошо? А там еще хорошее? Не знаю. Скала. Слушай, я вот уголь добываю. Вот, вон уголь. Угля. Да. Вот. А уголь? Блин, а хрен знает, зачем уголь? Чтобы железо делать. Железо, сталь, все через уголь делается. Так что собирай. Заодно и прокачай. Зачем скала? Ты камни хочешь добыть? Вон, внизу смотри. Олово. Месторождение железа. Вот. Но навыка недостаточно. Мы не можем железо добывать. Медь. О, находка. Давай. А, фигня, огненные стрелы, чеснок и еще какие-то стрелы малиновые. Кто такие? А, медные, вообще барахло. Опа, горный страж впереди. Иди отсюда, горный страж. Опа. Ну, то есть все равно не справишься, так что не сдирайся. Ну что, вниз пойдем посмотрим. Не, почему? Я, кстати, его как-то выносил. 40-го? Да. Интересно, как? Так я мучился с ним очень долго. Я же стрелами издалека по нему стрелял. Там долго, нудно, но я его вынес. А, ну долго, нудно-то можно. Я хочу на зуб железо попробовать. Там, правда, волчара стоит. Позорная. А давай мы вынесем этого волчару. Че его, блин, выносить-то? 35-й. Не, а вообще железо даже не юзается. То есть вот совсем. Естественно. Сороковник надо. Ну чего? А? Волк, отстань. Покусает, нафиг он нужен. Блин, а тебе надо, чтобы тебя покусали? Иди отсюда, волк. 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 Так, мы где? Знаю. А мы все, собственно. Вот это беспокойное ущелье, оно все и есть. Больше ничего тут нету. Ну и все, да. Я сейчас тут пробегу поверху.
Можно куда-то пройти? Наверное, можно куда-то пройти. А, еще волк. Волк, иди нафиг. А, и ты тут бегаешь. Так, лиса, отстань от них. Ох, ты ж нихера себе. Че, мне лису побили. Слушай, я его так ударил, а он как-то и никак, в общем. Ну что, ты чуть-чуть не... О, он топором кидается. Ты его чуть-чуть задел. Все, пошли-то в верхнюю ПВП-зону. Да вообще чуть-чуть, представляешь? А я в него, ну, реально там два раза, наверное, или три раза попал. А с него там убыло, я не знаю. Короче, на выход. О, еще находка. А, волк! Находка, блин. Волк! Ладно, он за мной пошел. Раскапывай пока находку. Он вернулся, сейчас за задницу буду кусать. А побрал находку? Да. Ну и хорошо. Все, пошли отсюда. Все, волки отвязались. Нет. Уходи. Да блин, откуда оно? Он уже отстал уже. Так, о, я ж тебе, он за тобой, это, другой волк уже. Ты мимо него прошел и даже не заметил. А, нужен он мне. Слушай, ну прикольно тут. А железо прям на входе он есть. То есть тут железо реально добыть. Вообще без проблем. Прийти и добыть. Ой, Зель, уходи. Да я быстрее не убегаю. Так что нормально. И, если он топор в башку не метнет, а я... Метнул. А он меня сваншотил, да. Вообще офигеть. Охренеть, слушай, прям перед этим, да? Ага. Чуть-чуть. А знаешь, где я возродился? Где этот порт? Да, именно там. Я помню, что ты как раз говорил, что у тебя этот... Ну, мне накладнул было удобно отсюда бегать. Да, ты же... Я же тоже снял метку с кровати. Я тоже там в порту буду возвращаться. Ну, на пляже, точнее, на пляжике вот этом. Ну, ладно, я сейчас прибегу. Блин, меня прям на выход. Я чуть не ожидал, что он одним ударом прям завалит. Я думал, там какое-то разнообразие все-таки есть. А одним ударом чувак и все. Нет. Блин, опять у меня доспехи побитые будут. Так смотри, у него урон он наносит 35. То есть у него вот... Да, у меня здоровье 100. Любой у тебя... Вот он вметнул тебя топор. 35. Так это правильно, у меня здоровье 100. Ну... Как он меня убил-то? Так а у тебя какой 100? Ты бежал, тебя покусал волк, потом тебя еще раз куснул. Не настолько, что меня куснул. Оставалось, ну, блин, ну 20, там 20, там 30%. Ну, в общем, жопа. Он тебе, естественно, один топор, и все, и в жопу тебе. Ну и зараза он. Ну, может, конечно, я могу с ним сейчас посидеть. Блин, херней позаниматься. А, кстати, мы же здесь, я же, помнишь, здесь когда-то давно-давно занимались тем, что я это подбегал, там пару стрел, уходил, пару стрел, а потом он меня что-то там попал топором, убил, и чел пришел и забрал все, что у меня было. Мы здесь бегали с ним потом. В обычной зоне бегали, угу. Это, дубасили друг друга там, ну, оглушали, типа, глушить огонь. Я вспомнил этот... Ну, вот сейчас он от этого орла отвлечь как-то и подобрать мое имущество. Ну, смотри, у меня 100. Я как раз пробегаюсь, буду бежать. Да, я как раз пробегу, в общем, смотри, делаем так, я бегу впереди, ты бежишь за мной сразу же. Ну да. Он агрится на меня, и он пробегает чуть вперед, пробежит. Вот. А ты в это время как раз подойдешь, заберешь свой лут. Ну, главное, чтобы это, только не впритык со мной беги, да, а угу. Где-нибудь такое. Небольшое расстояние. Потому что он, как только до определенного момента дойдет, он потом будет возвращаться на свою точку. И тебе надо еды? Да. Не надо. Я пути немножко скомячил.
Ну, я а сейчас своего труп подбил. Да не надо, я своего труп подбил. Куда побежал? Подожди. Жду. Ну, где-нибудь вот. Ты беги, отвлекай. Побежали. Эй, ты мудила! Опа, опа, оп, оп. Ах ты, сука. Блин, тут нет взять все, да? Почему тут нет кнопки взять все, а? Ага, пипец. Слушай, вот это да. Иди нафиг, я почти что собрал. Ну, я половину собрал. Иди в жопу, придурок. А он не идет. Все, мне надо это, чуть-чуть переждать, подожди, уйди. Ну, подожди. Он мне, слушай, два, он меня оглушил, два удара, и у меня 30%. Ну, 30 там. Это еще хорошо, что 30, блин, я-то думал, все, хана мне. Ну, в общем, я ничего соврал. Почему нет кнопки взять все, а? Что за хрень? А вот я не знаю. Я тоже, кстати говоря, до сих пор не... Я сижу и перетаскиваю. Сидеть по одной штучке, да, теперь это... Вот в Валхейме подбегаешь, да, к своему, забираешь и просто, да, вот метод, все. Так это даже нереализм. Потому что бессмертие это нифига нереально, что ты со своего трупа идешь и подбираешь. Ну так сделать, чтобы удобно было. Нифига тут извращение. Ну, я и говорю, что не, ну, не так вот по одной штуке, а просто подошел. Ну, взять все, да. И все, и ты, у тебя все уже одето, все это собрано. Кстати, вот с меня доспехи не спали, все нормально. Да? А, то есть ты в доспех все было, да? То есть да. У тебя получается все, что в рюкзаке, только в инвентаре. Ага. Угу. А лук, вот это все, ну вот там же... Выпало. У меня же в руках-то меч был. То есть у тебя получается все, что в руках остается? Да, и на тебе, а то, что в рюкзаке уходит. Ага, понятно. Ну что, пошли к морю отвлекать дальше. Так, подожди, мне надо... Так, лесу сейчас позову, чтобы лиса его немножко отвлекала. Чё ты стоишь-то перед ним? Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Убегаем. Убегаем. Блин, я почти ничего не успел забрать. Сука. Я даже лук не взял. Не успел? А-а. Блин. Я меч схватил и немножко руды, и все. А, да я нажал кнопку 6. Ну, ты прям перед ним что-то остановился. Так и он идет. Он не может бежать, он укрывается за щитом, и я блокирую себя. Слушай, дай огненный стрел. А, блин, у тебя там остались, да? У меня все там осталось. А что у тебя огненный стрел? Подожди, давай-ка это, постой здесь, подожди, иди сюда. Сейчас я это быстренько хотя бы немножко наберу. Процентов 70 хотя бы. Ты его отвлекай, ты с ним не дерись, не надо с ним драться. Он тебя быстро попинает. Так а чтобы меня... Он же топором-то в меня попадает иногда. А ты петляй. Чтобы он меня не убил. Петляю. Только иногда он попадает. Вот. Так, все, погнали. Очень неудобное место. Прямо возле того места, где он живет. Ну да. Опа. 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 Опа, опа, опа. А я тебя... А я тебя... А-а-а. Он бежит к тебе. А я убегаю. Все собрал или нет? Нет, конечно. Опа. Кто знает, вручную надо перетаскивать. Так там через shift же это. Быстро нажимаешь и. Хрена там, не быстро. Ай, блин, он мне по хребте не съездил. Лиса, плюнь его. Плюнь его, не надо его трогать. И волк, иди отсюда. Ух ты, еще один. А тут мужик какой-то бегает. Попал, а козлина. Так, а сейчас орел мой труп обберет, наверное, да? Я истекаю кровью. Ой-ой-ой-ой-ой, я сейчас в плен. 29, хе-хе. Все, оно от меня отстало.
12. Там какой-то игрок еще бегал. Но правда, мои эти останки под охраной. Это как это? Кот опять побежал. Ну как? Он, с них никто не может собрать, вообще никто. Потому что возле них зараза стоит. Только если его кто-то убьет. Так, надо лук подобрать, сейчас я тоже понимаю. Ну, по-моему, по нему без пострелять, он же восстанавливается, ты видел? А его так же, как и мы этого некроманта. То есть вначале нужно... То есть бьешь, но не даешь ему восстанавливаться. Нужно постоянно туда-сюда бегать. Вот видишь, он добегает вот до. Ты восстанови сейчас еще раз плечо, чтобы я забрал всю эту фигню. Ты бегаешь, ты не восстанавливаешься. У тебя много там еще? Ну нормально. А что ты говорил с шифтом? Они все равно по одной перетаскиваются. Нет. А что, весь инвентарь сразу? А, нет, ты имеешь в виду. Я имею в виду, если у тебя в стаке, например, там 10. Этих. Ну и чего, я мышкой же весь так перетаскиваю за раз. Без их шифтов. Ты просто стак берешь, тащишь. Так ты мышкой, тебе приходит с одного, ну вот инвентарь, открытое окошко, и другое окошко, да, и тебе приходит, ты мышкой их перетаскиваешь. А так ты держишь мышкой на, вот, например, на инвентаре, нажимаешь shift и кликаешь все подряд, и они у тебя автоматом сразу же к тебе. Значит, попробую. То есть тебе не нужно вот это вот ручным переносом заниматься. Это тоже ручным. Всё, давай, иди отвлекай. Да, погнали. Ты не дерись не туда, пробегай дальше туда. Да. Ах, ты ж сука! А, сорвался! Ко мне бежит. Подлюка, блин. Я сейчас сдохну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Блять! У меня-то уже труп. Чё, всё? Да. Чума. Но у меня лук теперь есть. Подлюка. Вот он, подлюка. А, подожди, а я где-то вы... Не понял. А где я? А почему я здесь возродился? Чё за херня? Прикинь, я возле дома, но не дома. На старом месте, где я раньше был. Слушай, он даже с горящей стрелой. Нет, не горит. То есть он восстанавливается быстрее, чем его дамажит горящая стрела. Это вообще безнадежно. Да нет. Ну я же тебе говорю, я его. Ну вот я сейчас с него выстрелил. Да? Он загорелся. Когда он начал восстанавливаться, он даже с горящей восстановился. Ну правильно, но ему не надо, нельзя давать его постоянно выманивать. То есть он только отбегает, а ты ему в спину уже стреляешь, чтобы он обратно возвращался. То есть не давать ему вернуться на место и стоять, восстанавливаться. Вот как там действует. То есть он, смотри, он добегает до определенного, до дерева, по-моему, если я точно помню. Вот, и возвращается обратно. То есть ты добегает он до дерева, только развернулся, а ты ему сразу же разворачиваешься, следом бежишь и в спину стреляешь. Блин, я что-то опять не туда побежал, да? Ай, блин, он меня убил опять. Ты что ты будешь делать? Ай! Ну ж... Ай! Он меня оглушил, а не убил, надо было бежать. Ёлки! Я тормознул. Бежать надо было. А я что-то остановился. Ладно. И со мной дохлая лиса отрезвилась. На пляж. В этот раз я с луком в руках. Обалдеть. Короче, мы просрали все. Обе наших могилки находятся возле него. Мы хрен оттуда что соберем. Очень хорошо сходили. Два молодца, блин. Да, нет, ну почему это? Мы еще с тобой можем. Что мы можем? Ну, во-первых, можно также. Мы сейчас задолбаемся его отвлекать, чтобы подобрать все это. Ну, ты вот отвлекай, я свое быстро соберу.
Как ты свою быстро соберешь? Ты точно так же не сможешь собрать, как и я не могу. Потому что он возвращается обратно тут же. Успеваешь там 4-5 раз щелкнуть, и все. Ну, посмотрим. Сейчас еще кто-нибудь из игроков пройдет и соберет все нафиг. Ну, и может, надо убить его будет. Ну, блин, он не такой нубский, как мы, он убьет. Ну да. Я сейчас тормознул. Он меня оглушил, а я думал, что это все, уже умирает. И просто сидел, смотрел, а надо было просто бежать. Я бы из зоны как раз выскочил. Тоже была. Это одна из, по-моему, у всех такая ошибка, когда думаешь уже все, а ты еще можешь у него отбежать от него. Да блин, угораздило возле его респа. Он чуть дальше пробежал, он бы ушел, можно было просто подойти и собрать. Ну хрена, он теперь, получается, охраняет. А что ты у меня без этого, без холцы? Ты до сих пор покойник? Кто? Ты. Я, да, я еще ничего не собирал. Нет, у тебя здоровья нет, ничего нет. У меня пустая твоя шкала без портрета. Не знаю, слушай. Странно. Угу. Ну я тут и жру всякую всячину. Отъедаюсь, короче говоря. А то он мне пишет, что он голодный. А у меня тоже голодный, но я надеюсь дойти. Так. Не хватило, надо было хоть что-то сожрать. Блинчика. Так, ну что ж, давай. Давай. Надо что-то сожрать. А ничего вдоль дороги нету. Да, я тебе могу дать. Есть. Да я когда дойду, там мой труп лежит с едой. Корнеплод. Да, уже дошли. Я сейчас свой труп отберу. Дошел, а пока ты еще возьмешь, неизвестно. А тут на входе прям лежит. Вон, корнеплода возьми. Тут на входе прям лежит. Корнеплод. Мой труп. Второй мой труп на входе лежит. А вот у первого осталось минут 10-15 до пропадания. Что хреново. Значит, по времени ограничено. Что такое еще корнеплод? Поэтому сейчас аккуратненько свой трупчик подберу предыдущий. Вот он тут. Тут все хорошо. А какой твой? Левый? Левый, по-моему, да? А мой левый. Ну чё, кто будет отвлекать? Вот он, короче говоря, до вот этой дерева будет, по-моему. А, так вот, ты забрал уже свой труп. Я второй свой труп забрал. Первый-то я не забрал. А, ну первый ты забрал, да? А вот это, точнее, рядышком который. А чё он не исчезает? Кто? Не знаю, я с ним все забрал. Странно. Сейчас отъемся, чтобы у меня восстанавливалось все. Опа. Ты опять его там дразнишь, что ли? Да. Не надо. Ничего там хорошего нету. Ну, да пустую вот просто сейчас бегаю. Берега. Так, и грибов наестся. И сейчас восстановление попрет. Так, ну что, я готов собирать. Отходи. Собирать. Так. Кто первый будет собирать? Давай я соберу, у меня меньше осталось уже. Ну, я бы сейчас собрал. Ну ты просто пробегай мимо него и все туда дальше в равнину. Ну, давай, погнали. Блин, попался, сука. И чего в итоге? Чего в итоге? А, бежит обратно к тебе, уходи. А теперь ты собирай. Ага. Обратно бежит. Оп. Теперь ты его мани. Ну блин.
А, ну вот он за мной. Блин, уходи. А теперь за мной. Уходи. Мне еще два раза осталось подобрать. Он с тобой бежит. Давай, беги, беги, он за мной побежал. О, бежит к тебе. Ай! Один предмет осталось забрать. Один предмет? Угу. Я по одному успеваю только схватить, когда вот бегаем. Ну давай, сейчас. Погнали. Блин, козырь. А чё он не побежал-то? А я не знаю, он бежит за мной, почему? Блять, козлиный волк, сука, ты вот... Он бежит... А я не успел забрать. Да блин, топор мне кидает. Вон, я... сейчас, давай, вон. Не, он к тебе побежал. Да он восстанавливается, побежал. Я что-то не могу яблоки забрать, они в темном светятся. Ну то восстанавливайся. Так, а какой ты сороковой? Ну да, сороковой. Но у него шкала, видишь, здоровье маленькое, но его надо именно, говорю, такими... У него не маленькая шкала здоровья. Уходи, 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 уходи. Давай, давай, ай, блин. Ай, к тебе бежит. А, я все уже. Все, я собрал. Собрал? Восстанавливайся, будем твою спасать. Такие, знаешь, это... У нас, по-моему, будет такое весь стрим... Сначала я отвлекаю, ты собираешь, да? Но мы сюда больше потом не пойдем, мы вверх же сходим. Потом ты будешь отвлекать, я собирать, потом мы снова умрем, мы собираем. Нет уж, не надо. Да, потом пока ты будешь отвлекать, что-нибудь не так пойдет. Так, ты себе еду что, не нашел, что ли? А? Еду не нашел? Почему есть? У тебя медленно как-то восстанавливается. Так, у меня выносливость плюс 4. Ага. А еда плюс один, ну, идет восстановление. Ну да, вроде нормально. Так, булыжники больше нафиг. Надо больше такое. Не могу сделать. Клубнику можно, конечно, сожрать. Не, но ну, у меня 4. У меня кроме теста. Ну что, побежали отвлекать? Сейчас, подожди. Лиса, иди сюда. Время оживать. Ты лису запусти, она его тоже отвлекает. Не, сейчас, стоп. Стой, пока ничего не делаем. Тучи, там время ж тикает. Труп пропадет. Сейчас. Да, я-то недавно только ушел, поэтому... Так, надеюсь, надо... у тебя там немного с собой лежало. Выкинуть пока что. Че? Кстати, если хочешь, там медь забери. Так, ну что? А зачем ты выкидываешь? Я, конечно, соберу. А зачем выкидывать-то было? А листья крапивы. Так что у меня поместье, я не помню, сколько у меня там. Это я на всякий случай, что если вдруг. Да, оно сейчас пропадет. Оно здесь попадает. Ну давай, погнали. Ну погнали. Эй, ты! Я твой дом труба шатал. О! Он меня оглушил! Фу! Я вывернулся. Пипец. А-а-а! Их тут много. Ой. Ну, я его долго отвлекал. Как я минимум. Собрал? Но я его долго отвлекал, потому что погоди, я сейчас это заряжусь, обратно пробегу. Вот, лиса его отвлекла. Меня лиса спасла. Я лису... А я лису же забыл, блин. Он меня оглушил, но в него лиса вцепилась, и он на лису отвлекся. А-а-а. И тем самым тебе как раз спасла. Дала время оклематься. Да, от оглушения очухался и убежал. Все, мне сейчас обратно мимо тут проскочить, и все нормально. А, так давай я его сейчас на себя отвлеку. Ну, не знаю, я и так пробегу на самом деле. Я ж просто буду бежать, я его отвлекать не буду. Так, волчара там все. Ну видишь, зато я его надолго отвлек, получилось. Ага, он твою лису оглушил, видишь, и все. А тебя не трогает. Все, пошли отсюда. Ну что, в верхнюю пойдем смотреть? Пойдем. Пойдем там люлей получим, да? Да. Ну, так, тут пробежим. Гребли уже, так уж давай уж по полной там огребем. Да, ну, тут уже неинтересно огребать, пошли в новом месте огребем. Да. Так, сейчас, подожди, надо сожрать что-нибудь, а то я уж как-то голодный. Слушай, блин, я до этого съел
хлеб, ну, нашел вот этих. А, ну, что, повезло. Да, и... Так а что толку? Меня когда убивает, это же все пропадает. Ну да. То есть все, что вот это, а то, ты не убивайся. До полного тебя прокачивает, да? Угу. Хлебная вот эта. Зеленая аж прям такая светится. Она все спадает. Так, а не убиваться? Тут не убиваться, либо нужно кучу денег вбить, вложиться в этих доспехи. Ну зачем? Либо... как говорится, ночевать прямо здесь. Ну, видишь, железо получается пока не про нас. То есть наш пока потолок, наверное, бронза. Что там в доспехах у нас? Из бронзы, из железа. А еще тут сталь, из упериум какой-то, еще чего-то. Всякая ботва. Ну да, слушай, надо... давайте добежим сейчас до туда и... Давай, чтобы это время не растягивать. Так, да. Сейчас будет стрим еще один. Так, не туда, правее надо брать. Там, конечно, тоже PvP, но не то. А там, скорее всего, кстати говоря, вот если мы куда идем... О, находка. Ну да, подъем. Лечилка, огненный стрел. О, лук нашел. 97 барахло. Там, скорее всего, то же самое. Те же самые... Ну, почти те же самые ресурсы. Там выше должны быть. Где-то этот зуперион должен храниться. Который круче железа. Но его могут сделать таким образом, что ты просто будешь его покупать. Не. Редкий ресурс. Лишено смысла. Ресурс даже редкий должен добываться. Покупать будешь готовые доспехи. Как, нас куда вообще занесло-то? А, нормально. Но все равно вправо надо бежать. Ну, может быть. Ну, сейчас в последнее время, видишь, они все игры оттачивают так, чтобы у тебя было как можно больше... чтобы ты донатил. Естественно. В этом смысл. Ну, так вот. И при этом нужно, не нужно, они тебе все равно сделают так, чтобы... Либо ты будешь... Так, немножко не туда забежали, а вообще вправо надо бежать. Ну, пожалуйста, железо. Какой он там 30 уровень, да? Где ну, железо? Ну, когда вот мы шли... По... А, фу, я вот уже железо увидел. 40-й. 40-й. Уголь 30-й. Да, так и смотри, а какой у нас сейчас, вот у тебя какой сейчас, не знаешь, не помнишь? Я не знаю, надо открывать, смотреть. Так, ну чего, вот оно, мы пришли. Так что это у нас? Прикинь, это полгода надо будет. 45-й ходить. Горный копатель. Ну вот. Ай, блин, как он неудобно стоит-то. О, ой, ни хрена себе. Ой, за тобой еще один, ой, уйди. Да, тут кого только нету. Уходи, 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 уходи. Я ушел, что ты думаешь? Ёб твою идти, блин, нахрен. Так, я опять близнецы остался. Я не хочу. Вепер. Ты не хочешь приключений? Нет. И с этими не хочу. А я прошел. Ну вот это прошел, а они-то потом побежали обратно. Ну и чего, и ты пройди так же. А дальше никого нету. Ни хрена себе, 67 снял. Охренеть. Но ты бежишь? Ты живое? Ну я живой, но это прикинь. Ну тут он... никого дальше нет, тут вообще пусто. Он тут халява. Он топором мне 67 снял. Ну, бывает. Вот отсюда мы свои запасы никогда не заберем. Ты где там? Бежишь-то? Что-то я стою, тебя жду, ты не идешь. Сейчас. Зато коридор пустой полностью. Да я пытаюсь восстановить это... Да ты сюда беги, до меня можешь бежать спокойно, никого нет. А, у тебя даже лиса выжила? О как. Да. А у тебя чего нет? Ну, я без лисы прошел. Вот теперь есть лиса. Карта мира. А, начальный остров и у нас... А, и там, где мы сейчас находимся. У нас долгий подъем. Ну что, ждем, пока ты восстановишься, а то следующий тебя так по хребту не огреет и все, и хана. Не, я их обошел, нормально. Так, а там получается... А, кот ну полез. Там внизу, смотри, вот там внизу, там есть он, известняк. Мы там бегали, это мы с той стороны пришли. Олово, ты думаешь? У нас дорога вверх сгибается, да. А, вот так вот, да, даже пошли. Угу. Ну, на карту посмотри, тут такая петля. Как бы. Чё, ты теперь первый побежишь? Скала, я... пока ничего хорошего. Я ещё пока... скала.
А буду... какие тут ресурсы, мне интересно? Потихонечку. А ты смотри одним глазом на карту. Там же точки видны. И из ранее известно, где что есть. И обходишь их просто как по радару, и все. Я меч даже не достаю, тут бесполезно. Я так с луком бегаю. Хотя лук на самом деле у меня фуфлыжный. Так я лучше с мечом побегаю и со щитом. Вот что. Чтобы не выронить. Ну, слушай, пока... Да пусто почему-то. Вот это как-то странно. На знаешь что, если что, выпилит? Стреляющие. Ох, еба, на команде. Чё там? А, там да, а вот тут, короче говоря, до хрена всех. А я пока не вижу. А, ну они далеко. Вон, смотри. А там вниз не ходи. Копатель. Копатель фигня, от него убежать можно. Вон копатель. А тут дороги нет? Тут дороги нет. А солдат горный 60 уровня. Чё там у нас? Слушай, а смысл туда идти, если... Ну, посмотри, что там есть. О, все, он согрелся! Ух ты ж! Замедление. Лиса? Лиса, спасай меня. А, блин. Не толкайся. Лиса опять меня спасла. А почему моя лиса не стала? Короче, он замедление кастует, когда бьет. Мне просто интересно, что тут есть. Чтобы знать, вот. Вот там железо с улем, а тут зуперем вот этот вот. Ты хочешь сказать, вот здесь вот железо с углем? Нет, там внизу, где мы были, железо с улем. А тут, мне кажется, вот тот самый зуперем есть. Я попробую прорваться все. Я! Может, уходи, 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 уходи. Залежи чего там возле него? Не успел посмотреть. И ты иди нафиг. О, тут целый дом. Я прорвался. Да, вижу. Так я его еще отвлек, чтобы тебе за тобой не бежал. В общем-то, возле него что-то черное было. Чего не знаю. Мрамор здесь. Нет, там не мрамор был, там черное что-то было. Вот тут в карьере все спокойно. Мы ничего тут добывать не можем, но тут спокойно все. Ать. А, мрамор. Я уже шарахусь от всего красного. Ах ты ж... Скала. Представляешь, кусок мрамора отрезался так, что я ничего копать там, ну, вниз спуститься не могу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А слушай, а там, короче говоря, вот здесь какой-то. Их там дом, целый дом. Да, там вообще жесть. Так, а куда нас нелегко-то занесла? А, это вот этот вот и спускаться вот сюда. Вот зона раскопок. Вот тут, видишь, никого нет, ты можешь спокойно долбить этот мрамор. Тут 45 надо горное дело. А вот чего возле этого мужика было, я не понял. Так, подожди, мрамор. А вот мрамор зачем? Ну, то есть, скорее всего, мрамор чем-то... А тут что-то... целый дом аж. Мрамор, да? А, так подожди. А, дальше не пройти, да? Я думаю, может, мы вниз как-то спустимся? Вот тут дом. Нет, тут по кругу можно. А, они тут ходят. Иди отсюда. Горный шалфей. Собирались в 35. А, еще один. Ну, конечно. И пошел меня пинать, да? Ой, только не тупик, только не тупик. Отстанет меня. Отстал. Фу, тут еще один карьер. Скала. В них там хрен стоит. А что-то выкопать-то можно. А, в дом зайти не нельзя. Горный шалфей, лещина. Копатель. Знаешь, что самое смешное? Вот в этом карьере, который я сейчас спустился, тут только скалы. Ничего нет. Ой-ой-ой. А, тут есть, можно он вниз спуститься. Но тут надо... Короче, тут... Я пока двоих... только мрамор вижу. Двоих вижу. Тут надо, короче говоря, это, убить. И вниз там полезть. Как, ну... Какой-то злобный, а, убить вот, кого-то тебе обязательно. Бегаешь, только... Да, только можно с другой стороны по лестнице спуститься. Я тут подошел. Мне и так неплохо. В общем, там только скал, там ничего хорошего нет. Я дальше иду. Обратно идешь? Дальше. А, конечно, обратно туда. О, залежи угля. Петляем, петляем, опа. Я уголь потихонечку добываю. Известняк. Ой-ой-ой, ёб твою, иди, вепрь, вепрь. А чё ты назад-то ломанулся? Вперед надо было бежать. Вепрь.
А я, ну, так, потому что впереди-то неизвестно что. Ой, тут впереди пипец. А вот именно. Фу, пробегу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. По дороге. Ой, они булавой бросаются. Ой-ой-ой. О, тут зуперит. Я же говорю, он тут где-то должен быть. Блин, слушай, а я не знаю, как мы обратно... А я оторвался. Я тоже, ты тоже. Ну, да. Как мы пойдем обратно, я вот... Хз. Короче, там один кидается. Так, короче, вперед. По дороге с облаками. Измотать противника быстрым бегом, это называется. Неизвестно, кто обратно возвращаться... Домой. Еще лестница. Ну чего, пошли дальше. Как задолбать противника? Не драться с ним. Лещина. Ну, это все фигня. Вот там, где их самая гуща была, видел, зуперит лежит. Вот он тут и берется. Ну, да. Но он даже здесь редкий. Лещина. Так а вот это я не понимаю. А куда мы вообще идем? В новые земли. А мы все уже пришли. Ну как, все, святыня горного народа. Сейчас нам тут люлей-то дадут по первое число. И по второе тоже. О, лиса ожила. Лиса, давай. Отвлекать так будешь. Нет, потому что здесь конфликт, там тупик. Я вот смотрел по карте. Ну чего, это... тут святыня горного народа. Народ, сейчас пойдем и на лотерее нагадим. Да. А... Вот так вот. Ох, ни хрена себе. О, торговец. Тут торговец. Вот так вот. Интересно, ну-ка. Это не торговец, это игрок. А, вход да. В крепость. Зайдем, посмотрим. Ну, пойдем. А, ну давай легко нажму. Легко? Да. Давай. А ты со мной идешь, нет? Мы в одну крепость идем, в разные. Нет, идем сейчас. Что тут у нас? Мне зона написали, смерти. Что-то... Ох, ёпа. Вот, а ты идти не хотел. Видишь, тут что спрятано-то оказывается. Так, оп. Это наши трупики здесь спрятаны. 30 уровень, горный солдат. Даже на легком. 30-го, как думаешь, осилим, нет? Наверное, нет. Вряд ли. Крысы были 25-го. Ну, смотри, хотя если у тебя есть эти стрелы. Или... У меня 16 медных. Это как бы не очень. 16 минут. Вон, 18-й, пойдем вон. Ну пойдем, я же не зря легкий-то выбрал. Но у меня щита нету. 28-й. Это горный рабочий. Ну давай горного рабочего фигачим. Ну давай. Так, сейчас укрыться за щитом. Все, что ли? Все. А я в него этим критом долбанул. Еще один. А у меня крит не перезарядился еще. О, хрена себе, его дамажит как стрелой. Ты видел? На всю жизнь почти. Mm-hmm. С них что, хорошее падает? Не-а. Ну, в общем, мы и более крупных, похоже, можем. Ну, в принципе, да. 25-й. С учетом этого лут такой, потому что... Ох ты ж, собака. Че, он за того убежал? Он за угол не уходит. Да хрен с ним. У них там ничего нету. У них ничего там не активно. То есть полутать там нечего. Ни сундука, ничего нет. Не ходи к нему, ну его нафиг. Нафиг он тебе нужен? Ну как нафиг? Лесу отзови. Давай это, уж начали так... Да нахрена он вот уперся? Убежал. Но он помрет у него короче течение. Не помрет. Это блин, зараза бегает. Дай его из лука сниму. Останавливается собака. Во. Конечно, останавливается, за ним еще бегаешь. Все. Ну и что там, ничего хорошего нет. А не важно, ну мы же зачем-то приперли. Я хочу дальше пройти, посмотреть. Там ничего нет, я посмотрел, там ничего активного.
Я же курсором поводил. Если там какой-то был бы лут, его бы стоило бить. А там никого, ничего нету. Твою, а я завис. Ну ёб твою, а. Ну перезайди. Зашибись. Горный рабочий. Уходи. Рабочий. Да, но где я появлюсь? Так, а есть карта этой местности? Нет, нет карты этой местности. Когда тут еще хорошего было? Ты появишься там же, где был. Мне кажется, или ухода, что еще лучше. Горный кто? Командир? Не-не-не, командиров не надо. Короче, там дальше не пройти, там ухода командир стоит горный. Так а я не с тобой. А, так я Блин, надо. Ты на улице что? Или где-то? Ну да. Так, ты где появился? Стоп, стоп, да, я сейчас тебе приглашу. Я просто иду на выход. Это понятно. Ну, там дальше не пройти, там у входа стоит горный командир некий. А, дальше туда, если. Угу. Не, ну его можно, в принципе, отвлечь при желании. Кругами побегать, но я думаю, там дальше совсем жопа. Ты пригласи меня в этот. Ну, сейчас я выйду вообще отсюда. Так ты пригласи, я тогда этот. Погоди. Появление. А, так ты что ты. Я выше. Ну тогда я тебя могу пригласить. Я тебя пригласил. Давай слушай. Ну, то есть идти дальше нет смысла. Не. Все, пошли на выход отсюда. А, ну, наверное, стрим можно закончить. На этом все. Посетили две зоны, нашли зуперит. Жмите, пишите. До новых встреч.